Балу, иди-ка сюда. Я хочу поговорить. Говорить? Значит, опять слова. Ну ладно, в чем дело, Багира? Балу, Маугли человек и должен вернуться к людям. Джунгли не лучшее место для него. Я вырос в джунглях. И взгляни на меня. Да, и ты взгляни на себя. Посмотри на глаз. Да, красавец, не правда ли? Нет, позволю заметить, видок у тебя жалкий. Позволю заметить, ты тоже не похож на корзинку с фруктами. О, Балу, ты не можешь воспитывать Маугли как своего сына. Почему это? Не знаю, как тебе объяснить. Балу, перышко к перышку, птичка с птичкой. Ты бы ведь не женился на пантере. Я не знаю. Но мне этого не предлагала еще ни одна пантера. Ай, Балу, ты можешь отнестись к этому серьезно? Ладно, не переживай, Багги. Не волнуйся, я позабочусь о нем. Да. Так же, как позаботился, когда его украли. Каждый может ошибиться разок. Только не в джунглях. И вот еще что. Рано или поздно Маугли встретит Шерхан. Тигр? А что ему надо от малыша? Он ненавидит людей и убьет любого, ты знаешь. Потому что боится человеческих ружей и огня. Но у малыша Маугли ничего этого нет. Шерхан не будет ждать, когда появится. Он убьет Маугли, пока тот мал и беспомощен. Одним ударом. О, ну, что нам делать, друг? То, что лучше для мальчика. Можешь не сомневаться. Скажи, что, и я сделаю. Хорошо. Тогда уговори Маугли идти к людям в деревню. Ты совсем спятил? Я обещал ему, что он останется в джунглях со мной. Как раз в этом и дело. Пока он здесь с тобой, ему грозит беда. Тебе надо отвезти его. Почему мне? Потому что меня он не слушается. Я люблю малыша. Люблю его как собственного медвежонка. Тогда думай о том, что лучше для Маугли, а не для тебя. Но я не могу. А можно подождать хотя бы до утра? Уже утро, Балу. Иди, пора.